Павел Антипов. Я приехал из Санкт-Петербурга в России и рад представить вам свое творчество на этом чудесном фестивале. Он очень приятен по своему расположению, по людям, которые здесь собрались. Атмосфера здесь очень радостная, заряженная. Люди творческие, приятные, и хочется всем пожелать успешного общения, интересного, и чтобы все мы, как-то творческие люди, объединились и друг друга заряжали, помогали друг другу творческой энергией. Немножко хочу рассказать о своем творчестве. Это символизм. Работа сознательного и бессознательного. Надеюсь, что зрители оценят и что-то подчерпнут, уйдут неравнодушными, посмотрев и мои работы, и вообще всю эту выставку. Она замечательная, она прекрасная. И я рад участвовать в ней.